Как тебе матч, как тебе соперник? Ну, это был заключительный матч в отборочном этапе. Играли на выезде против Сан-Марино. Мы понимали, что будет игра первым номером, и что нужно забить сразу там один, а то два быстрых мяча, чтобы комфортно игралось и спокойно довести дело до логического конца. Как ты думаешь, сборная России справилась с установкой на игру? Да, в целом получилось то, что мы задумали, на наш план, который у нас был на игру, мы его выполнили. Забили 5 мячей, могли забить еще больше. Вот. Ну, мы просто сделали то, что должны были сделать, и с чистой совестью возвращаемся обратно в Россию. Есть уже предвкушение чемпионата Европы или это слишком далеко? Ну, пока еще такого нет. Посмотрим жеребьевку. Если я не ошибаюсь, она 30-го, по-моему, в конце декабря, да, будет? Ну вот, посмотрим жеребьевку, кто нам достанется, и уже тогда можно будет думать о соперниках, о чемпионате Европы. Сейчас просто хочется немножко выдохнуть и отдохнуть.